всем доброе утро. Мы проспали завтрак с Ричиком там до 10, а мы проснулись как раз в 10 только-только, потому что разница большая во времени. Вот, и мы сейчас идем в кафе. Рич сказал, там вкусные завтраки. Вот мы идем по такому солнечному Сингапуру. Все кругом зелень утопает. Вон, смотрите, какие здания с зеленью. Сейчас сюда подойдем поближе, покажу. Вот, смотрите, какое. Тут много таких небоскребов, на которых растет зелень, прямо на них. И здесь все кругом украшают к китайскому Новому году. Смотрите, здесь China Town. Ричи говорит, надо будет сюда сходить, чтобы посмотреть, там украшают красиво, в общем, к китайскому Новому году. Получается, в Сингапуре отмечают китайский Новый год и Рождество. Давайте проходим индийский храм. Здесь вот все обувь снимают. Вокруг вот индейцы. Здравствуйте. Короче, идем уже минут 15, наверное. Я бы никогда бы в жизни вот в России, чтобы пойти на завтрак куда-то в такую даль. Я думаю, это близко. Вот уже идем по такой жаре. Вот. Ричи любит, чтобы было вокруг то, что ему нравится. Он не может просто хоть где-то там перекусить. Вот в России я бы вообще зашла бы в ближайший магазинчик, купила бы что-нибудь. Какую-нибудь булочку бы. И чай бы в отеле бы сделала. А сейчас я тут еле ползу, уже вся мокрая, потому что здесь жарко. Сейчас опять будет все говорить, вот, что ты ноешь? Я не ною, просто... Просто что-то жарко. Короче, ребят, шли-мы в это место, оно оказалось закрытым. Здесь какая-то стройка. Вот. Но рядом целая куча других кафешек, но Ричи смотрит телефон, что-то он там хочет другое найти. Смотрите, какие тут интересные дома, интересная архитектура. Ричи вызвал такси, мы сейчас в это другое кафе. Какое-то там французское. Вот мы туда едем. Hello! Нас интересно прям. Мы приехали сюда, в это местечко. И оно тоже закрыто, видите? Closed. И повсюду вот такие вот деревья мандариновые украшены. Это китайскому Новому году. Ричи куда-то ведет меня, говорит, тут где-то есть еще хорошее местечко. Вот оно, Сингапур. Наконец-то мы нашли местечко. Очень смешно. Я, наверное, буду вот это. Мама, это круассан. Смотрите, здесь какие веера интересные. Если круассанчик, ричи, тост, авокадо. Да, красивое здесь, конечно, местечко. Ричи говорит, что здесь времена колонии, здесь люди приходили пить коктейли сюда, то есть это очень такой старинный отель. It was a company. Видите, как они наряжают эти мандариновые деревья. Пока ждем такси, зашли в такой магазинчик сувенирный. Смотрите, здесь такие маленькие-маленькие чашечки. Вот по сравнению с рукой. Столько всяких интересных штучек, много. Интересная культура у сингапурцев. У них переплетение и европейского, и китайского. В общем, тут можно разные интересные штучки найти. Даже чего-то, я бы сказала, африканского. Индийского. Ну, печеньки прям как у нас во Вкусвилле.
сумочки такие, как для китаяночек. У меня вид, конечно. Итак, вот такси пришло, теперь мы едем обратно в отель, и потом у нас будет кое-что интересное. Короче, сходили на завтрак, уже полдня прошло. Там побывали уже, погуляли, и походили. И я, ребята, я даже не знала, что этот халат, который я подарила Ричи, он мне пригодится даже. Потому что Ричи любит спать, когда холодно, он включает кондиционер, а я обычно под одеялом укрываюсь. А тут одеяло очень такое тоненькое. То есть прям совсем вот тонюсенькое. И поэтому я сегодня еще сверху укрывалась халатиком, который я ему подарила. Вот так вот, видите, даже не только Ричику, но и мне еще халатик понадобился. Что он как-то отсвечивает, у него вид такой, то есть как будто он серый. Смотрите-ка, ребята, где мы сегодня с вами. Это частный самолет. Интересно. Здесь я сама тут первый раз. Тут кровать, можно спать. Сейчас жду Ричи, он на встрече. И вот смотрю, здесь такое здание интересное, наподобие церкви. Надо будет туда сходить, интересное очень. А вот здесь вот фестиваль цветов. Но это тоже все приурочено к Новому году китайскому. И завтра будет главный праздник, и мы пойдем на площадь, там, где будет какой-то фестиваль. Поэтому завтра вот буду показывать, как Сингапур отмечает китайский Новый год. Вот так вот. Сейчас Ричик должен уже подойти. Мне еще дочка Дайсон заказала на день рождения. Вот я сейчас смотрю, тут цены какие. Вот это у нас получается фен, драйер, 699 долларов. Вот. А вот это у нас мультистайлер. И, по-моему, вот этот нужен, как раз который самый дорогой. 859 долларов. Это сингапурские доллары, это не американские доллары. К сожалению, сегодня не пойдем в бассейн, который на крыше у нас. Пойдем, скорее всего, наверное, завтра, потому что идет дождь. У нас дождь, я уже и говорила, поэтому мы сегодня в бассейн не идем, пойдем завтра, но зато мы решили вот зайти выпить по бокалу шампанского здесь вот в ресторанчике возле отеля. Погода теплая, несмотря на дождь, все равно, поэтому мы вот сидим, наслаждаемся. Давай. Cheers. Дождь закончился, ребят, мы вот вышли на крышу здесь, где бассейн. Полотенца валяются. Видимо, кто-то уже искупался. Дорога еще мокрая, потому что дождь шел. Вот. И сейчас, смотрите, как тут классненько. Город видно. И вот здесь вот бассейн. Сейчас посмотрим. О, смотрите, какой бассейн. Круто. Roof pool, да, or rooftop pool. What? Rooftop. Rooftop pool. One? Yeah. Since I think maybe. Oh, really? Even after rain? Yeah. Hmm? Завтра пойдем сюда, будем плавать. Dalna, are you going to swim tomorrow? Собираешься ли ты плыть? Ой, да, конечно. Завтра будем плавать тут. 1 метр высота. Вон там спортзал. Здесь вот у нас крыша. Вот этот дом, на который у нас вид из окна. И вот здесь такой бассейник. Приятненький. Вода теплая.
Вот хорошо после дождя и вечером, когда нет солнца. Не жарко, прям просто прекрасно. Прелесть. Там еще на ту сторону сейчас пойдем, сходим, посмотрим. Вот у нас вторая сторона. Здесь полотенца чистые, столики. Здесь, видимо, просто загорать можно. Хорошо загорать, здесь можно коктейльчики пить. И вот такой вот вид. И вот с этой стороны речку видно. И даже здесь видно кусочек Марины Бэй. Вон, видите? Сейчас будет темнее, будут загораться огни, будет еще красивее. Мы завтра придем и сюда будем плавать, загорать, и потом пойдем еще на Новый год китайский. В общем, завтра тоже много-много дел. Вот, а послезавтра мы поедем в другую страну. Потом вам тоже расскажу. В общем, все, мы пошли в номер. Здесь вот уже огни зажглись. Все, всем пока, до завтра.